что интересно было в празднике? Было интересно, как был такой красивый салют. Без поддержки пап и мам никуда. Родители сопровождают первоклассников даже в телестудии. Малыши рассказывают про свой первый день в школе. Своими впечатлениями они делятся в эфире телеканала «Евразия». Уже третий год, в начале сентября, здесь стартует конкурс «Первоклашка». Главное условие – все участники впервые сели за парту. В этот раз гостями телеэфира стали 37 учеников из разных школ города. Они делились своими мечтами о будущей профессии, а некоторые выучили стихотворение про 1 сентября. Первый хороший денек, очень отличный этот день. Я обожаю его, он красивый, отличный. Все участники конкурса сразу после записи получили подарки от спонсора компании «Офис Гид». Первоклашкам вручили самое необходимое – канцелярские принадлежности. К примеру, любителям рисования достались альбомы и фломастеры. Замечательный подарок от компании «Офис Гид» – это альбом и карандаши. Будешь рисовать, хорошо? Призовые места определил еще один спонсор – салон обуви «Павловский». Победителей оказалось трое. Аня Широбокова и Ваня Савотин за свои старания получили подарочный сертификат номиналом 1000 рублей. Главный приз – сертификат на 3000 рублей – достался Даше Черемных. Она признается, от первого дня в школе просто в восторге. Мне понравилась школа и учительница. Салон обуви «Павловский» уже не первый год является спонсором данного проекта. Мы очень рады, что мамы постарались, детишки победили. Мы дарим подарочные сертификаты и приглашаем всех к нам за новые осенне-зимние коллекции в торговые центры «Марс Меридиан», «Галактика», «Мегаполис». Самые смелые и говорливые первоклашки могут принять участие в конкурсе уже в следующем году. Популярный проект на телеканале «Евразия» продолжится. Мария Лебединская, Максим Заголдый, Денис Храмцов. Хроника дня.